Полторы сотни британских байкеров съехались во вторник в Брюссель на акцию протеста. Они заявляют, что их образ жизни окажется под угрозой, если Евросоюз примет новый закон в отношении двух- и трехколесных транспортных средств. Член Европарламента из Нидерландов Вим ван де Камп предложил Европейской комиссии внедрить серию новых правил, касающихся мотоциклов. Они предусматривают обязательное наличие АБС, антиблокировочной системы тормозов, установку автоматического корректора фар и ввод ограничений на персональный тюнинг мотоциклов. Между тем, сами байкеры, среди которых и британский парламентарий Майк Веттерли, считают, что новые правила не обязательны и ущемляют свободу. Бывают ситуации, когда не нужна АБС, например, вне дороги или когда маленький мотоцикл. Поэтому было бы хорошо, если бы ее можно было отключать. На большинстве мотоциклов АБС будет включена, и многие байкеры носят флуоресцентные куртки. Но это не то, что должно обязательно регулироваться законом. По мнению Европейской комиссии, новые технические предложения призваны снизить число аварий и сделать мотоциклы более экологичными. Европарламент рассмотрит законопроект в декабре.